Друзья, дорогие верновцы, вот Люба сидит, развлекается, что-то играется там. Это у нас все приспособления для измерения сахара нашей милой Грейс. Вот такие тест-полоски присылали вместе с глюкометром. Сегодня у нас вечером сахар 7,8 у нашей красоты. Утром был натощак больше. Укололи канисулин. И отлично, у нас вечером все происходит. Покушала, довольная. В общем, полоски у нас начинают заканчиваться, потому что мы измеряем утро, день и вечер. Ну, в основном по 3 раза. После еды, там, до еды и вечером перед уходом понимать, колоть, не колоть. Отлично себя чувствует Грейсинка, да, солнышко? Немножко поправляется, благодарит вас всех огромное за особенно влажный корм, который диабетически она просто в восторге, постоянно его готова лопать, мне кажется, днем, ночью и утром, да, всегда. И, в общем, вот такой пост сейчас я размещу по поводу полосок. Они у нас заканчиваются, потому что мы их тратим много. Грейс у нас постоянно на измерениях. Сейчас покажу вам наш измерительный лист, как мы придумали. Вот они у нас там раз, два, время, дату пишется, сахар какой. Это был первый. Это был второй, весь исписанный с двух сторон. Это уже третий листок. Постоянно измеряем, в общем, искололи всю собаку. Но она не против за вкусняшки все это делать. Поэтому диабетический корм и полоски для Грейс — это будет великое-великое счастье для нее и для нас. Будем очень благодарны вам.